Дети нелегалов-разведчиков, которые вчера прилетели, узнали, что они русские, только когда самолет взлетел из Анкары. До этого они не знали, что они русские и что они имеют отношение к нашей стране. И, собственно, вы, наверное, видели, когда дети спустились по трапу самолета, они по-русски не говорят. По-русски не говорят, и, собственно, им как раз Путин их поприветствовал по-испански, он сказал «Буэнос ночес». Buenas noches.